вами Виктория. Сегодня готовлю простое домашнее печенье к чаю. Также я вам покажу, как быстро украсить печенье. Вам обязательно понравится, и вы захотите повторить такой рецепт. В миске смешиваю одно яйцо, щепотку соли, 90 грамм сахара, это 5 столовых ложек, и 8 грамм ванильного сахара. Добавляю 1 столовую ложку экстракта ванили. Вместо ванили можно добавить цедру лимона. Все перемешиваю. И добавляю 80 мл растительного масла без запаха. Перемешиваю до однородности. И всыпаю муку. У меня здесь 200 грамм. Сначала всыпаю половину муки. Все перемешиваю до полной однородности. Добавляю разрыхлитель. У меня 1 чайная ложка. Оставшуюся муку. И замешиваю тесто. Для удобства руки можно немного смочить растительным маслом. Если вдруг так получилось, что у вас тесто сильно прилипает к рукам, так как у всех разная мука и разного размера яйца, то добавьте еще 1-2 столовые ложечки муки и еще раз перемесите. Тесто должно получиться мягкое и эластичное, и не липнущее к рукам. Посмотрите. Подготавливаем противень, перестилаем его для удобства пергаментной бумагой и включаем духовку на 180 градусов. Из данного количества продуктов у меня получилось 450 грамм теста. Тесто разделю на 4 части. Из каждой части сформирую колбаску. И разделю на 5 частей. То же самое проделаю со всем тестом. Затем из каждого кусочка теста сформирую колобок. Колобок немного приплюсну и выложу на противень. Выкладываем на небольшом расстоянии, чтобы печенье при выпечке не слиплось. Далее, как и обещала, я вам покажу, как быстро и красиво украсить наше печенье. Для этого нам понадобится обычная пластиковая трубочка и макароны-спиральки. С помощью обычной пластиковой трубочки делаю отверстие в серединке каждого печенья. И теперь беру макаронину и вот таким образом по кругу наношу узоры. Я советую выкладывать не сразу все печенье, иначе вам будет неудобно делать узоры. Получается вот такая красота, посмотрите, все очень просто и быстро. Показываю еще раз, вот таким образом, по кругу делаем узорчики. У меня получилось ровно на 21 штуку. Каждое печенье весом примерно 19-20 грамм. Отправляем запекаться печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Печенье у меня запекалось ровно 15 минут. Достаю его из духовки и отправляю в следующую партию. Печенье
печенье получилось очень красивое, румяное, ароматное, очень вкусно пахнет домашней выпечкой на всю кухню. Обязательно приготовьте такое простое печенье к чаю, вы не пожалеете. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. А я всем желаю приятного чаепития, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.